Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим изумительное пирожное – безе с орехами и шоколадом. Приготовит каждый! Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день! Для безе с орехами и шоколадом нам нужны будут следующие продукты. 2 белка. Вес белков у меня 73 грамма. Белки должны быть комнатной температуры. 110 граммов сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 60 граммов шоколада и 100 граммов грецких орехов. Духовочку включила разогреваться. У меня шоколад пористый, но не имеет значения. Сейчас нарежем кубиками его. Также берем грецкие орехи и начинаем измельчать. Ножом не слишком мелко. Сначала взбиваем белки с ванильным сахаром в легкую пышную массу. Теперь постепенно понемногу добавляем сахар и продолжаем взбивать. Смотрите, белки взбили с сахаром. Теперь в взбитой массе добавляем шоколад и орехи. Все вместе. Духовочка у нас разогрета. Все готово. Теперь берем ложкой, лопаточкой, у кого что есть, и перемешиваем до однородности. Очень вкусный десерт, очень вкусное безе. Рекомендую приготовить. Противень застелила пергаментом. Вот так, ложкой второй помогаем. Потом создадим форму. Сейчас просто нужно распределить массу. С этой порции получается 15 безешек. Диаметр безе 6 сантиметров. Ставим безе в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Снимаю через стекло, так как открывать духовку нельзя. 5 минут выпекали безе при температуре 180 градусов. Теперь полностью отключаем духовку и на 2 часа оставляем безе в духовке. Дверцу при этом ни в коем случае не открываем. Достали безе, смотрите, вы видите, какое красивое. Сейчас вам разломаю и покажу, какое оно внутри. Вы только посмотрите, очень вкусное, шоколад, орешки и само безе. Превосходное сочетание, всем рекомендую приготовить. Пробуем, пробуем. Нежное. Интересное такое. Здесь и шоколад, и орешки, и безе. Вкусно. Мне нравится. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!